учимся в лучшем вузе страны. Он лучше не только в плане образования, но и то, что дает огромные возможности для своих студентов. Мы хотим создать яркий и громкий проект, чтобы разрядить обстановку перед сессией, а также наполнить яркими эмоциями студентов. Под названием «Паруса» мы развиваем ваши идеи. Мы с вами живем в самом красивом и сказочном городе. Его история, архитектура и достопримечательности не оставят равнодушными никого. Но, конечно же, Санкт-Петербург полон романтики. Ведь что может быть более романтично, чем прогулки по ночному городу? Но самый яркий вид на них открывается, конечно же, с воды. Ведь не зря наш прекрасный город называют Северной Венецией. Отправляясь вплавь по рекам и каналам, наблюдая за разводом мостов, глядывая с тонкости архитектуры, мы можем по-настоящему окунуться в красоту столетий. Поэтому мы предлагаем вам замечательную возможность насладиться всей этой красотой, узнать интересные факты о нашем городе, а также оказаться в замечательной атмосфере тематических балов. На каждом корабле будет определенная стилистика. Мы предлагаем погрузиться в атмосферу венецианских балов, рокерских квартирников, дерзких стилях, изысканных вечеринок в стиле Гэтсби. Пожалуйста, дальше. Мы покажем вам горячее танго, романтичный вальс, яркий рок-н-ролл, а также организуем зажигательные флешмобы. Хочу заметить, что во время этой прогулки будет проведена интересная экскурсия о тайнах нашего города. Стили кораблей будут смешаны, чтобы каждый мог по-настоящему окунуться в атмосферу наших балов. Для того, чтобы каждый чувствовал себя комфортно в нашем мероприятии, задолго до наших балов мы будем проводить массовки. Всех желающих мы научим различным видам танцев на базе университета под присмотром преподавателей. Для организации нашего проекта поставлены определенные задачи и цели. Наши цели – это создать новое традиционное движение «Бэймек» для обучения студентов, также выявить у каждого из участников свой творческий потенциал и устроить культурно-массовый отдых перед сессией. Для реализации нашего проекта были поставлены следующие задачи, а именно организовать маркетинговую кампанию по продвижению проекта. Это как реклама в соцсетях, так и реклама в общежитиях, ну и в данном случае вот в журнале, например, условно говоря. Организовать некоторый штаб, то есть собрать определенную группу главных координаторов, то есть саму голову проекта, преподавателей, реквизиторов, спонсоров и так далее. Штаб будет очень огромный. Составить план мероприятий на год, то есть продумать все от места и времени проведения репетиции до места и времени проведения показательных выступлений. Решить вопросы безопасности проведения мероприятий, поскольку мероприятие массовое и может случиться все что угодно. Примерное время проведения мероприятий мы выбрали май 2018 года. В нашем городе мы очень сильно зависим от погоды, и поэтому наши мероприятия мы хотим приурочить к огню города. Ведь именно тогда разгоняют тучи, украшают город, и уже достаточно тепло для прогулок на теплоход. Помимо нашего проекта, мы запускаем новое культмассовое движение в стенах нашего университета. И мы очень хотим, чтобы именно вы к нам присоединились. В наших планах в течение года запускать развлекательные мероприятия, направленные на сплочение студентов. Ближайшее мероприятие, которое нам уже поручил студсовет, это фестиваль «Соседи». Этот проект победил на стрит-битере в прошлом году, насколько я знаю. В 2015 году победил. И он всем пришелся по душе, поэтому его хотят продлить. Он направлен на развитие толерантности среди студентов нашего вуза. Но помимо этого мы готовы развивать и ваши идеи. Это могут быть как флешмобы, так и литературные вечера, праздничные концерты, КВН, студвесна, дискотеки и прочие сборы. Наш проект «Паруса» — это только начало, и именно с вашей помощью мы расширим границы, работая вместе на благо вуза, а также для украшения нашей студенческой жизни. Как вы можете заметить, у нас уже создана группа ВКонтакте, на которую вы можете подписаться. На Инстаграме мы работаем. В нашей группе будут размещаться фотографии, новости о проведенных мероприятиях, а также видеозаписи. Вы можете вступить и предлагать свои идеи. Друзья, мы очень ждем всех вас, наш дружный студенческий актив вместе, мы сила, как и вы. А на этом у нас все, пожалуйста, ваши вопросы.